Совсем скоро будут подведены итоги конкурса предпринимателей «Тюменская марка». В этом году за победу боролись 80 представителей малого и среднего бизнеса. Финал прошел 21 участник. За лучших в номинации «Потребительские симпатии» голосовали тюменцы. Самые активные зрители получили призы. Подробности далее. Эта прямая трансляция обернулась для Эльвиры началом большого путешествия на Черноморское побережье. Женщина голосовала за участников «Тюменской марки» и даже подумать не могла, что выиграет главный приз – путевку с открытой датой. Теперь осталось только спланировать отдых. Во-первых, не поняла, позвонили, что с телеканала. Ну, что бы это значило? Потом, когда сказали, что участвовала или не участвовала в голосовании, тогда я уже поняла, что это. И дочь говорит: «Мама, сегодня розыгрыш». Тебе повезло. Тюменцы определяли лучших в номинации «Потребительские симпатии». За участников было отдано больше 7 тысяч голосов. Самые активные зрители получили призы – ноутбук, электросамокат и путевку с открытой датой на двоих. Ее можно использовать когда угодно. Организует отдых, мастерская путешествий, рыжий слон, Сочи, Анапа или Абхазия. Победитель может выбрать любую курортную зону. Путевка у нас предоставлена на 2 человека. Она выписана на сумму 70 тысяч рублей. Но если, допустим, мы понимаем, то, что в семье больше, и они входят в эту стоимость тура, то, соответственно, они могут полететь и большим количеством людей. Тюменская марка позволяет, особенно в этом году, так как это был другой формат, формат, скажем, такого онлайна, да, позволила большому количеству телезрителей, зрителей онлайна открыть для себя новых предпринимателей, новые направления. Именно поэтому, по словам специалистов, горожане были особенно активны. Все потому, что тюменская марка поменяла формат и впервые за 18 лет прошла онлайн. За победу боролись 80 представителей малого и среднего бизнеса в 7 номинациях. Лучших определит профессиональное жюри. Победители получат призы, право на использование знака качества тюменской марки в течение 3 лет и финансовую поддержку. Сейчас у нас как раз идет отбор финалистов, кто у нас получит это главные призы. За первое место 700 тысяч, за второе место 500 тысяч, за третье место 300 тысяч. И это по-настоящему большой вызов для конкурсной комиссии, потому что выбрать среди лучших это будет очень непросто. До подведения итогов конкурса остались считанные дни. Имена победителей будут названы в эфире телеканала «Тюменское время» 4 декабря. Юлия Никифорова, Александр Зосимов, Тюменская служба новостей.